У человека есть свобода выбирать, слушать или не слушать, делать или не делать, выполнять или не выполнять. Бог дал человеку свободную волю, творческий разум и бессмертную душу. Разум для того, чтобы человек думал, чем это может обойтись и обернуться. Волю, чтобы я, может быть, себя понудил, иногда заставил, а иногда просто пустился по течению. Мы знаем, какая рыба по течению течет. Иногда нужно и против, иногда против всех, но за истину. Но самое главное, Бог дал каждому из нас бессмертную душу. А вот теперь хочешь, не хочешь, спасай, не спасай. Для тебя есть Бог или нет, это твое право выбора. Но знай, как написано вот в этой книге, которую я вам принес. Это священная Библия. Для всех христиан это не просто книга, это книга жизни. Вы же понимаете, что не хлебом одним будет жить человек, а всяким словом, вот этим словом. И если я его не читаю или не слушаю, то, конечно, я живу как хочу. Я тогда волю или не волю, душа есть или нет, думаю, не думаю, о чем я думаю? Что поесть, что попить, во что одеться? Но вы не ищите, что есть, что пить, во что одеться, ибо всего этого ищут язычники. А вы ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное, сказано в Священном Писании, приложится вам. Вот и выбирает человек, а я не хочу, пожалуйста. А я верю, а я не верю. И вот в этой связи, когда мы возвратимся вот к этой книге, а это книга Божьего Слова, о ней хорошо сказал граф Валуев. Он даже сказал об этом в стихах, до революции, конечно. Возьми, читай святую книгу Бога, пойми душой спасение словеса, и всякое пройдет в тебе тревога, и сердцем ты увидишь небеса. Поверь, когда преклонны будут лета, душевных бурь прокатится волна, оставишь ты все книги, только это с тобой навек останется одна. Так писал граф Валуев. Так что же в этой книге? Удивительно то, что мы никогда или, может, очень редко к ней обращаемся, потому имеем столько проблем. Мы опускаем этот навигатор жизни, а мы думаем, да нет, сами напролом не всегда получается. Так вот, когда, встречаясь с молодыми ребятами, я открываю им книгу Экклесиаста. Это 11 глава, 9 стих, где написано: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Какие удивительные слова, не правда ли? А я хочу брать от жизни все. Бери. Все, все. А может быть, это не совсем правильные установки в жизни. Вообще, может человек взять все? Вот подумай, что ты сказал. Все взять от жизни. Кстати, один человек хотел взять все, но только-только как бы начал брать, посадили в тюрьму. А другой стал жить, но ни в чем себе не отказывать. Заболел СПИДом. А может быть, надо было в чем-то себе отказать? Есть некие границы, оросы, то есть границы, ограничивающие воду от того, чтобы она растеклась по поверхности земли или грязного пола. Есть границы стакана, кружки, чашки. Вот тогда она ценна, когда она в границах. Когда она границы теряет или разбивает их, вода уже не может называться питьевой. Она пригодна для мойки полов. А ты свою душу не сохраняешь в определенных границах. И что с тобой происходит? Ты повреждаешься душой своей и забываешь о том, что, как сказано, Бог приведет тебя на суд. Разве это только Его? Разве это не вас? Разве это не меня? Разве это не всех нас? Все предстанем пред Богом. Но многие об этом просто забывают или не хотят думать. Нет, нет, это когда-нибудь, это потом. Сейчас я еще молодая, у меня столько проблем, перспектив, задач. А ведь жизнь, она настолько непредсказуемая. Нет дорожки без начала, нет тропинки без конца. Сколько б сердце ни стучало,
отстучит, как все сердца. Вот кто-то же завел наше сердечко, да? Как часы. Вот оно идет, говорит, сердце как работает? Как часы. Не у всех здесь присутствующих, ну прям как часы. Где-то там какие-то там пропуски одного, другого, гиподинамия или еще что-то, какая-то кардиология, проверки у врачей, уже немножко человек задумывается. Вот так часики завел наши кто-то, да? А не тик-так, тик-так. А будет день, когда будет тик, а так уже не будет. А что потом? Все? И вся моя воспитательная работа? И вся моя школьная практика? И вся моя жизнь, семья, любовь, разочарование, очарование? Все прошло? А ради чего это все было? Потому что потом закончится ничем? Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах, то есть мое тело переживет. Федор Михайлович Достоевский говорил, что причина всех суицидов в России, тогда тоже были, совсем другие причины были, правда, не тогда, когда разлюбила, там голод, холод, там невозможно дальше жить, были. Но Достоевский говорил, что причина всех суицидов – это отсутствие веры в бессмертие собственной души. А если нет ничего? Ну ничего нет. Это потом он напишет в «Братьях Карамазовых». Если Бога нет, то все позволено. Бери от жизни все, ни в чем себе не отказывай. Вот этот лозунг сегодняшней жизни. Смотри, вот они берут, видишь, у них сколько. А ты не берешь, о, да ты на обочине жизни. Вот надо как жить. Движение первых, ты до сих пор не первый. О, скорее вступай. В движение первых, все первые вообще могут быть, все первые. Вот в этой аудитории все первые могут быть. А если начнем, сейчас объявим движение, а кто-то второй, а третий вообще толкается, а четвертый, отойдите, я хочу хоть третьим. Это что за целеполагание, быть первым? А знаете, кто уехали сразу в Киргизию, в Грузию? Это те, которые хотели быть первыми, а первые уехали. Это те, которые не любят ни Россию, ни маму, это бросить сестру, дом родной, маму больную бросить. И уехать там на мерседесах, на машинах там ставить, даже на границе. Пешком шли и побросали машины. Это что? За целеполагание в жизни человека, цель твоей жизни. Для чего ты, человек, на земле живешь свой век? Чтобы спорить, есть и лгать, развлекаться, танцевать или вспомнить, наконец, что небесный ждет Отец. Так пройти свою дорогу, чтобы возвратиться к Богу. Как становится все понятно. Слушайте, ну мы вообще настолько обезумели, что забыли о небе, о Боге, о вечном суде и ответе перед Создателем своим. А почему? Потому что так все живут, и так проще. Падать вниз проще, правда? Лететь со скалы, какая красота. Падать больно. А восходить на гору всегда трудно. И коленки можно в кровь разбить, и пальцы поцарапать. Но это путь нашего спасения. И если мы не берем креста своего, не следуем за Христом, то мы падаем вниз. Есть хорошее выражение у святителя Феофана Затворника. Остановка в духовной жизни – это уже движение назад. Вот я верующая, я крещенная, и все. И все. Не просто там свечку поставить, знаете. Богу принадлежат все светильники мира. Я прихожу к Богу с благодарностью за прожитую неделю, что живы, здоровы мои родные, близкие. Господи, слава Тебе. Я хочу попросить у Тебя, Господи, прощения за мои грехи, которые я совершил. Не то, что там в жизни тяжелые. Каждый день проживаем, уже позавидовал, кого-то не послушал, кому-то что-то сказал, возгордился, осудил. Сколько у нас грехов? Кто-то может поднять руки, у кого нет грехов? Поднимите, пожалуйста, руки. Нет тут сумасшедших, нет? Вот слава тебе, Господи. То есть я убеждаю, что все-таки в воспитательном корпусе работают здравомыслящие люди. Потому что вот в этой книге сказано, я вам просто не листаю, цитирую, чтобы вот отсюда, да, не от ветра головы своей я, а от Святого Писания, от Божьего Слова мы должны это услышать. Если говорим, что нет в нас греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, потому что все согрешили, и нет праведного ни одного. Я тоже исповедую в своих грехах, и также вместе с вами, когда вы приходите перед царскими вратами,
у престола Божия прошу вместе, Господи, помилуй, потому что нет праведного ни одного, один Бог свят, и мы любим святого Бога и просим Его, помилуй, помилуй нас, Боже, по великой, по велицей милости Твоей. И если я этого еще пока не понял, то мне вообще зачем в церковь ходить? Зачем мне крестик? Вообще зачем мне Бог? Я в Него верю в душе. Слышали такое выражение? Я верю в душе, без фанатизма. И к попам не хожу. Еще к попам ходить, руки целовать. Представляете? Вы что, к попам ходите, руки целовать? Слышали такое выражение или нет? Слышали или нет? Ну, кто-то пожимает плечами, так издалека слышал, вообще этим как бы особо не озадачиваясь. А надо. Вот на эти вопросы христианам не только для себя ответить, но ответить вопрошающим у вас. А что значит руки целовать священнику? И зачем? На каждый вопрос «зачем» мы должны получать ответ. Вот если это меня не касается, мне это не нужно. Вот вы зачем пришли сюда? Вам это не нужно. А я хочу сделать так, чтобы вы, послушав, поняли, что это нужно прежде всего не мне, а вам. И если вы это главное поймете, я сегодня не буду открывать перед вами какие-то новые, знаете, научные темы или идеи. Я хочу возвратить вас к себе. А сейчас все-таки о самом главном. О душе. А разве вы не ходите на кладбище? Разве вы не видели, что там не только бабушки лежат? Там и дети похоронены. И подростки, и юные, и красивые, и разных возрастов. Смерть, говорят, не за горами, а за плечами. Понимаете, с человеком надо говорить серьезно, не просто, а вот теперь подумай. Главное, чтобы ты понял, что у тебя есть бессмертная душа. У тебя она есть, пойми. То есть душа дана Богом каждому человеку, и она бессмертна. Но выше просится душа, она не здешних мест жилится. А потому не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Помните, как дальше? Она рабыня и царица, она работница и дочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Кстати, кто написал это стихотворение? Совершенно правильно, Николай Заболоцкий. Знаете, когда он его написал? Умирая. Это стих его завещания живым. Люди, не позволяйте лениться своей душе. Жизнь такая коротенькая, мы можем не успеть ее очистить от грехов своей жизни и спасти. Еще одно стихотворение. Есть такой поэт Евгений Евтушенко. Его совсем нельзя назвать верующим человеком. Но есть у него стихотворение, которое мне очень нравится. Послушайте. Как раз про этих попов. Не знавал я попов на свете, никогда не зубрил молитв. Но души, если нет, скажите, что ж тогда у меня болит? То вздымается беленее, то бушует, не зная мер. Разве может болеть идея или выдумка, например? Что за хитрая эта штука? Где жилище во мне нашла? Может быть, нынешняя наука впрямь чего-то не доучла? Тихо в мире, светло и звездно, вызревает рассвет в тиши. Позаботьтесь, друзья, серьезно о спасении своей души. Вот так человек, когда немножко задумается о том, так что ж во мне болит? Болит и тянет, и манит, и влечет, и возвышает. И выше просится душа, она не здешних мест жилится, чтобы я не одел, чтобы не купила, что не съела, чем бы не ублажила свою ленивую, расслабленную плоть. Душа не удовлетворяется, она выше просится, она Богом дана. Каждому человеку. И вот если мы с вами говорим по душам, то тогда понятие «душа с душою говорит» – это начало воспитательного процесса. Я с уважением говорю к тебе, но не к твоим просто телесным потребностям, а к твоей бессмертной душе.
Вот когда я понимаю, что она такая же, как и у меня, болит и выше просится, то на этом языке ты обязательно поймешь, даже если, может быть, еще не принадлежишь к христианской конфессии. И мне кажется, что все, о чем мы сейчас говорим, вам должно быть понятно, не так ли? Вот видите, мы уже с вами начинаем быть, внимание, единодушны. Следующее. Единоверны. И только тогда единомысленны. Вот коллектив, в котором можно работать. Представляете, вот с этими тремя добродетелями. Единодушно, единоверно, единомысленно. Все как одна семья. Об одном думают, одно делают, одно говорят. Не так, как сейчас. Одно говорят, другое думают. Совсем третье делают. Вот единомыслие, единодушие, единоверие предполагает, что христиане должны быть целостной личностью, а не раздвоенные, расстроенные. Вы знаете, что на патриотическое воспитание в прошлом 2022 году, кто-то знает статистику, сколько выделено государственных бюджетных средств для патриотического воспитания? Это ваши деньги, внимание. 5 миллиардов рублей. На прошлый год. А теперь в условиях СВО и ситуации, которая уже понимает, там, наверху, мы надеемся, выделено до 2024 год, как вы думаете, сколько? 45 миллиардов 870 миллионов на 2024 год. И вы думаете, что это будет на патриотическое воспитание, уже не скрывая движение первых, орлята России. Это опять шапки, значки, пилотки и опять мероприятия. Вы сидите, а мы будем развлекать за эти деньги вас. Воспитывать-то вас некому. Вы представляете, какие средства выделены государством на воспитательную работу патриотов? Но первыми не могут быть все. Движение первых – это движение не вглубь России, а за ее пределы. И мы уже увидели, что первые, они же сами понимаете, ты кто такая? Ты вторая, а ты? Ты даже третья, а там? А вы вообще даже не в десятке. Представляете со мной, что происходит? Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Я же первый. И вот если мы по такому пути пойдем, мы совершенно заблудимся. Мы потеряем нашу страну. Вы слышали, всем мне нравится такое выражение. Во-первых, есть стихотворение. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Дальше продолжайте. Только верить. Господи, как ты хранишь нашу землю? Уже все враги ее растянули. Суворов говорил, у нас, у русских, тыла нет, фронт везде. Вы, мои хорошие, на фронте, вы на линии фронта, в середине, в тылу. Это сегодня первая линия фронта, там, где ребята наши сражаются в окопах и погибают. Вот у нас казак прошлой ночью погиб, наш, вот буквально сидели, трапезничали в нашей казачьей хате атамана, я вас туда поведу в конце. Посмотрите, вот там, где это вот наши ребята воспитываются в духе жертвы за других. То есть они идут умирать за нас, а мы их тут и не вспоминаем. Вот это там воюет. Ничего подобного. Я хочу, чтобы вы ощутили каждый себя на этой линии, на первой линии фронта. Это вот школа, это дети. О чем говорил Иоанн Златоуст. Еще в 4 веке он говорил, все у нас должно быть второстепенным в сравнении с заботой о детях. Все должно быть второстепенным. Вот почему я говорю, учитель должен больше получать, чем, извините, чиновник. Или еще кто-либо то ни был. Или там, не будем перечислять, кто. Потому что они формируют будущее. И здесь не должны работать по остаточному принципу. А, там не устроилась, пошла в школу. Надо работать лучшим. Святитель Феофан Затворник говорил, что воспитание детей – это самое святое дело из всех святых дел. И поручено оно должно быть людям, святым. Потому что невозможно грешнику воспитать святого. У преподобного Сергия Радонежского были святые родители. Почему он сказал Сергий Радонежский? Все знают, кто это такой, да? Потому что у него были Кирилл и Мария.
И когда вот мы едем, я, слава Богу, учился в Москве, в этой духовной школе, в Троице-Сергиевой лавре. И когда там проезжаешь, есть завет Сергия: прежде чем вы едете ко мне, заедьте, поклонитесь моим родителям. И приезжая к Сергию Радонежскому, мы останавливаемся в Ходьково и идем к могиле, то есть к раке Кирилла и Марии, поклониться. Батюшка сказал: ко мне не надо, ко мне потом, за вашими просьбами. Родителей моих почтите. Вы представляете, какое евангельское посмертное завещание святого русского преподобного игумена земли российской. И вот мы приезжаем, поклонились родителям, а теперь к преподобному Сергию две остановочки, там и уже в лавре. Вот так, кто знает, понимает, кто понимает, рассказывает детям другим. А ты почему родителей не слушаешь? Ты почему маму не проведываешь? Ты почему ее забыл? То есть мы, когда вот эти про Сергия Радонежского расскажем истории, тебе понятно, как надо? Вот маленький Варфоломей, как слушал, вся его жизнь, такое интересное описание. Как вообще все святые, которые святыми становились, родителей слушали. И наоборот, не послушал. Я приведу вам еще один пример. У нас есть святой, русский святой, но называется он Силуан Афонский. Силуан Афонский до 4 лет жил в очень верующей семье. Родители ходили в церковь, водили, носили ребеночка с собой в храм. Также поступали и его родители. Но вот когда маленькому будущему святому, представьте, исполнилось 4 года, в их дом, а тогда раньше не было ни интернета, ни даже газет, там, как в клубе, там, в киоске купить, ходили с книгами, назывались эти люди книгоноши. Вот он заходил в дом, книги разложил, папа подошел с мамой, выбирает книги, прежде всего носили Библию, потом носили Евангелие, святых отцов, духовные толкования и, конечно, художественную литературу. Ну вот выбирайте. И вот он посмотрел, и вот этот книгоноша сел с дороги, потом походил по хате, подходит к родителям, и малой же, 4 года, что такое? Да что он там понимает? Тот, да они ничего не понимают. Все понимают. Все понимает. И вот он в этом возрасте услышал от этого человека, подходит к отцу и спрашивает: а кто из вас Бога-то видел? А может, его и нету? Тот говорит: собирай свои книги, иди отсюда, чтобы не было тебя в моем доме. Забирай, все, у тебя даже покупать не буду. Он: ну хотите, как хотите, ха-ха, такие люди, знаете, такие. Такие штрекбрехеры такие. А может, нету, а? А значит, тогда все позволено. Давай. И он собрал книжки и ушел. А малой это запомнил. И к папе подошел. Папа спать ложится. Папа, а мы тоже не видели Боженьку. А ты говоришь, что он есть. Сыночек, есть Боженька, не сомневайся, иди спать. А он снова утром: папа, а может, его нету? Вот дядя пришел. Он же сказал, что нету. Вот малому запало это, знаете, за душу. И он снова, а папа ему говорит: знаешь, сыночек, я думал, он умный человек, а он дурак, не обращай внимания. И снова так, ну, иди. И он ушел. И малой не папе даже поверил, еще не понимал. В нем, как яд в душе человека, поселилось неверие в Бога. А раз нету, представляете, нету Бога. Папу можно не слушать, учителей не слушать, домашние задания не делать, за девочками ухаживать, ведь тебе ничего не будет, Бога нет. Живи как хочешь. А ты хочешь такого и всего, что тебя не остановить. И он начинает вот так жить. Он курит, он пьет, он гуляет с женщинами в трактирах. Родители молятся: Господи, да что ж, за что ж нам такое наказание? А на самом деле родители просто пропустили одного, как папа уже сказал, кого? Сколько у нас таких в школах и в родительских аудиториях, которые: да нету ничего, папам не верим, в церковь не ходим, Богу не молимся. Все, ты уже нож в сердце своему ребенку вонзил. Вот так пропустил папа одно только слово в сердце ребенка. И представьте, он такой путь греха прошел до 19 лет. А потом уже многими молитвами матери, отца и его усилием, я не буду рассказывать вам о житии, вы можете почитать, Силуан Афонский. Очень интересный, как раз вот юность его. В каких поисках живет человек? Господи, тебя нет, значит все, все пропало, все, ничего нет, ничего не держит, ничего не ограничивает. Ну все, все плохо. Все плохо, мне ничего не нравится, ни ради чего я живу, не съел, не купил, не погулял, не украсилась, не украсился, ничем, ничто не радует мою душу. Но выше просится душа,
она не здешних мест жилица. Еще одну скажу вам интересную историю. Все мы с вами помним замечательную песню. Помните, она звучит так. А нам нужна одна победа. Особенно сейчас. Одна на всех мы за ценой не постоим. Помните эту песню? Кто ее написал, помните? Автор слов. Булат Акуджава. Правильно. А знаете, что в жизни Булата Акуджавы была очень интересная история в ее юности? Когда он еще был маленький, мама с папой переехали в Москву. Мама, она у нее была партийный лидер и работала, как вы думаете, где? В ЦК КПСС. А это, извините, 30-е, еще храм Христа Спасителя не был взорван, годы. И вот, когда они переехали с папой в Москву, папа долго не выдержал, он уехал домой. А у мамы была, вы же понимаете, такая работа, такая загрузка. Ни днем, ни ночью покоя нет, она все время на работе, как у нас сегодня мамы. Когда там детьми заниматься? Все работают, потом приходят все в интернете, а дети в ТикТоке. И что получается из этого? Вот примерно такая ситуация была у занятой мамы Булата Акуджавы. Шло время, но мама понимала, что папа уехал, так не может продолжать, нанимает нянечку. Были серьезные средства, у них квартира хорошая и нянечка. А нянечка была из простых крестьян, но верующая женщина, христианка. Ни об этом не рассказывала, но просто любила Бога и знала, что у жизни есть смысл. И ходила с маленьким Булатиком и показывала ему деревья, обращала внимание на цветы, на красоту Божьего мира. И говорит, вот знаешь, вот откуда это все? Это все создал Боженька. А малой, он говорит, так его нету. Понимаете, то есть мама даже не должна была услышать, что такое могло прозвучать из уст ее няни. А потому что тогда вообще все боролись с Богом. Вы помните, даже был такой клуб богоборцев. То есть такие были не просто атеисты, а воинствующие атеисты, вы же, наверное, слышали, да? То есть борьба с религией была, то есть это была такая всесоюзная борьба с попами, с опиумом для народа, когда Евангелие было названо опиумом. Опиум пришел в сердца и в души и тела нашего же народа. Почему такая наркомания, пьянство и все остальное? Потому что убрали главное, а второстепенное и пагубное назвали чем-то важным. И вот когда прошло время, малой так воспитывался, она вот на небо посмотрит, какие красивые облака, вот посмотри, закат, солнышко, солнце, небо, землю, звезды, ночью гуляют, вечером домой идут, посмотри, какой Бог красоту создал, ночное небо. И он смотрел вот это все, как бы, ну, баба, то есть эта женщина рассказывает, нянечка, ну, и рассказывает, там, тем более, что вокруг все неверующие. И вот однажды после Пасхи, когда, вы знаете, поют «Христос воскресе», она повела его в храм. Давай, говорит, в храм Христа Спасителя зайдем. Он еще не был взорван тогда. Там после этого сделали специально, вы помните, бассейн. И вообще на этом месте хотели сделать статую вождя, которая была бы выше небес. О, богоборчество какое. Новый Вавилон. Победили Бога? Нет Бога. Мы все до основания разрушим. А затем? Это все мы проходили. Это так близко. И снова опять на те же грабли наступаем. Вместо того, чтобы уже понять и покаяться, снова возрождает вот это безумие безбожие. Но только теперь цифровизованное. Искусственный интеллект. Мы скоро вообще не будем говорить, у нас роботы будут ездить. Но вообще учителя не нужны будут. Какие воспитатели? Будет интернет воспитывать. У нас будет онлайн-школу. У нас скоро будут учителя не нужны. У нас будут записаны уроки. Будешь сидеть там вот в мониторе и чему-то учиться. Вот куда нас дальше, понимаете, протягивает. Но вот эта нянечка после Пасхи говорит, пойдем зайдем, просто зайдем. Молиться-то, конечно, не будем, конечно, не молимся. Но зайдем, посмотрим, они заходят, там такая красота, роспись. Малыш зашел, постоял, посмотрел вокруг. И вышли. Даже свечку не ставили. Просто повернулись и пошли домой. Когда приходят, маму дождался, спать не ложился, Булатик, и говорит, мама, а ты знаешь, Боженька есть. И когда эта мама услышала, это позднее Булат Акуджава вспомнит, что после этого дня я никогда больше не видел этой няни.
Но ее тепло, ее доброе слово, ее рассказы о Боге остались в моем сердце на всю мою жизнь. Это потом он напишет известную для всех песню, помните? «Виноградную косточку в теплую землю зарою». И там так дальше. А иначе, зачем на земле этой грешной живу? Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение, а иначе, зачем на земле этой вечной живу? Понимаете, какие мысли у этого человека, который потом пройдет войну, который потом переживет столько скорбей, но вера в Бога будет жить от воспитательницы, чужой, не родной мамы. Вот насколько важна ваша деятельность, ваше слово, которое растворено любовью, заботой и вниманием, а самое главное, верой в Бога. Оно настолько может согреть душу ребенка, особенно сегодня в этом одиноком, я не побоюсь сказать, хоть у них там по 1000 подписчиков, но он одинок. Ему хочется простого человеческого, не онлайн, а вот такого живого общения. И вдруг ваше слово, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, как отзовется, как у Булата Акуджавы. И потом нас не будет, мы уже уйдем из этого мира, а может быть он когда-то что-то такое совершит. И уже после твоего пребывания на земле Бог вспомнит твои труды, посеянные в души детей, которые ты сеяла щедро и не ожидала вознаграждения на земле. Оно будет на небе. А уже и здесь доброе семя, посеянное в доброе сердце, обязательно прорастет. И принесет плод одно в 30, иное в 60, а иное, как сказано в Евангелии, во 100 крат больше посеянного. Вот поэтому наша задача вот сегодня понять эти простые примеры для того, чтобы можно было их применять и приводить к своим детям. Общество, потерявшее нравственность, перестает быть жизнеспособным, оно уничтожает само себя. Вот почему вы – это первая линия фронта. Скажите, когда рождается ребенок, и мама перед тем, как привести его домой, что делают в первую очередь? Заботятся об устройстве его детской комнате, о кроватке, о его пеленках или о том, чем мама будет кормить его. И будет ли она в состоянии кормить ребенка грудным молоком или искусственным порошком? Скажите, что нужно в первую очередь ребенку? А кто-то скажет, да нет, это не важно. Пусть вырастет, сам выберет, что ему есть. Слушайте, что вы там тычете ему прям в рот? Вот это все равно, что человек говорит, да пусть вырастет, выберет себе веру. Пусть верит в одного Бога. Ну, в единый, да и хватит. В храм не хожу, Богу не молюсь. Не так должно быть. Вера – это молоко матери, это источник нашей духовной жизни. Потому что без веры, казак без веры не казак. А как на свете без любви прожить, без любви к Богу? И вот эту любовь мать передает с грудным молоком. Это источник ее жизни, это источник жизни, который она передает ей. И веру в любовь к Богу, к своим родным, папе, маме, к своей церкви, к Христу, родившемуся в Вифлееме. Итак, Бог настолько возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него, в Иисуса Христа, не погиб, но имел бы жизнь вечную. А я не верю. Это твое право. Бог дал тебе свободу. Бог любви никогда не заставляет. Что же за тайна такая любовь? И что это любовь? Я говорю, да поиграй со мной в любовь. Сейчас отвратили даже это слово. А в результате этих игр появляются не игрушечные дети. Вот детский дом, который мы с вами пройдем, я покажу, где они сейчас. Дети в результате вот такой игры в любовь. Потому что не высота любви раз и навсегда. Руку и сердце, да, и как раньше была такая клятва. Молодые подходили к престолу и говорили, я клянусь всемогущим Богом, говорил муж, представьте, говорил муж в присутствии жене, священнику перед лицом Бога, я клянусь всемогущим Богом любить тебя одну и в юности, и в старости, и в бедности, и в богатстве, и в болезни, и в здравии, до той поры, пока смерть не разлучит нас. И она отвечает, а теперь ты и невеста, я клянусь всемогущим Богом любить тебя одного и в нашей юности, и в нашей старости,
И когда ты здоров, и когда ты будешь болен. Смотрите, уже никогда не бросит больного или безногого, раненого или инвалида. Даже тогда, когда ты обеднеешь, помните у Малинина, дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог. Вот такие песни нам понятны. Вот эти пазлы складываются. Вот если я вот это все понял, что он просто есть, а уже выражает в песнях, в стихах, в литературных произведениях, в музыке, в архитектуре, в воспитании, каждый какой дар получил от Бога, вот это и есть работа Господу. Это есть участие в общем промысле Божьем о воспитании наших с вами детей. И если мы не применяем эти знания, и прежде всего свои личные переживания веры, любви, добра к детям, они вырастают, как сухие листья, как не распустившиеся цветы. Они всегда одиноки, холодны и безжизненны. Вот почему наши дети-то и жить не хотят. Вот почему сейчас одна из проблем – это детские суициды. У нас совещание за совещанием, профилактика суицидов. А что за профилактика вообще? О чем мы говорим? Ведь дар жизни – это великий дар Бога. Если ты Бога не признаешь, то, конечно, ты и дар его не оценишь. Что такое жизнь? Пустяк. Ты должен прожить, прожечь, все от нее взять и умереть? Нет. Не напрасно. Не случайно жизнь от Бога мне дана. Как важно вот вам сейчас понять батюшку. Я не собираюсь вас, знаете, воцерковлять, крестить, исповедовать. Нет, нет. Я пытаюсь достучаться до вашей бессмертной души. Вот если что-нибудь у вас там останется, хоть одно слово западет в душу, оно обязательно принесет плод. Просто надо душой, с душою говорить. Вот тогда у нас обязательно получится, и мы услышим друг друга. Это поможет вам в вашей воспитательной работе. Разговаривать по душам, честно, откровенно, с проблемами и их обсуждениями, с путями решения и обязательным указанием вектора выхода из любой ситуации. Помня, что никогда не надо падать духом, и никогда не надо давать падать духом другим. Приводите детей к нам на экскурсию, поговорим, понимаете, у нас есть о чем с попами поговорить. У кого? Учетников? А кто такие учетники? Это дети, которые состоят на различных видах. Не только можно, но и нужно. Ждем, приходите. По душам поговорим. В Евангелии есть слова. Бог есть любовь. Давайте скажем все вместе. Бог есть любовь. Вот теперь смотрите, что мы сказали. Бог есть. Если кто-нибудь когда-нибудь вам скажет, что его нет, не верьте, это слово Бога из Евангелия, Божественного Слова. Бог есть, и Он есть любовь. И сказано в Писании, если ты не любишь, то ты не познал Бога, потому что Бог есть любовь. А теперь внимание, как это донести детям, которые даже не слышат и говорить не умеют. Я летел из Москвы в самолете, и со мной ехал глухонемой ребенок. Я думал, он со мной разговаривать не хочет. Рядом сидела женщина, сурдопереводчик. Я думал, это его мама. Только, ну, малыш сидит у окна, я сижу в середине, а здесь вот эта женщина. А я спрошу, как его зовут? Ну, мама его, ну, в самолете тут мама что должна где-то рядом. Нет, говорит, он не понимает ничего, это глухонемый. И мы везем целую команду глухонемых детей. Куда? В Краснодарский край, из Москвы, они летели, у нас там Тихорецкий, там был турнир под дзюдо среди глухонемых. Я говорю, как же мне проговорить, как жаль, что нас в семинариях не учат сурдопереводу, разговору на языке жестов. Скажите, как будет Бог по этому вашему языку? И знаете, как она поднимает? Вот так. Да вы что? Вот так будет? Да, вот так. Вам нельзя так складывать, говорю. Ну, так будет на языке жестов Бог. То есть они на иконе, вот это перстосложение, это Бог. Поняли? Я говорю, а как Бог есть? Знаете, как будет на языке жестов есть? Лейла, вы знаете, как будет? А, вот это вот. Ну, конечно. Вот это у нас все вот такое. Бог есть. На языке жестов Бог есть. Это, вот даже я никогда бы не придумал, да, как можно, как они выражают. Бог есть. Поняли? Сказал, как ответ.
понял. А как будет любовь? Вот мне хотелось эти три слова глухонемому как-то изъять. Я не умею. Научите. А любовь как будет? Как будет любовь на языке жестов? Ну-ка. Так, как-то. Дети сейчас вот так показывают. Вот, да, вот, знаете, это любовь страстная. Нет, так нет. Оказывается, Бог, который объемлет сердце и наполняет, он все собою наполняет. Оказывается, о такой любви надо говорить, как о том, что обнимает все сердце. Вот так. Я говорю, я понял, как его зовут. Она так обращает там как-то там, ну, он смотрит на нее, а они же не смотрят на наши уста, они на переводчика смотрят. Она со мной не разговаривает. А потом она показывает, ты смотри на него теперь, то есть на меня. А я на пацана смотрю и говорю, а он так. Да. Он меня понял, без слов. И мне захотелось увидеть всю команду, мы прилетели в Краснодар. Я говорю, давайте мы вместе хоть сфотографируемся с вами. И я вам всем скажу очень главные слова, которые я узнал. И вот они все выстроились. И в конце, вы знаете, я так вот показываю всем. Вот они так стоят все вместе. И надо было видеть их лица. А потом я говорю, переведите, чтобы мы сказали это вместе с ними. И на вокзале, вот дети, человек 25, вот как один, как мы с вами словами, они сказали жестом. Вы представляете, какой вы сегодня получили урок любви? Что он не только есть, вот только усомнись кто-нибудь из завучей по воспитательной работе после сегодняшнего семинара. Вы поняли? Я вот вам на языке жестов показываю. Не так вот хочу, не хочу, верю, не верю, думаю, не думаю. Есть, и он не вот это. Чадо, сердце мне твое отдай. Мне твои свечки не нужны. Твои поклоны не нужны. Сердце мне твое отдай. Вот почему на языке жестов это любовь. Теперь у вас будет глухонемой ребенок? Вот подойдите, скажите, проверьте. Я сказал, вы обязательно выиграете. Они поехали и победили. И я говорю, приезжайте к нам на обратной дороге. Вы же все равно через Краснодар, так что самолеты летали. Вот они все приехали с медалями. Они зашли вот в этот зал, вот таким в спортивных костюмах. Я собрал всю школу нашу. А ну-ка, говорящие, а ну-ка, крещенные с крестиком, еще так вот. Ну, мы что же, дети, мы же все, нам и то хочется. А ну-ка, вот давайте. И дети вместе через сурдоперевод рассказали, как они побеждали. Я попросил одеть их медали, они зашли с медалями. И наши хлопали, общая фотография, провожали до автобуса. У нас есть пекарня своя, своя кондитерская. Там столько что собрали, надавали им свежего хлеба, каких-то там снедей. Они поехали, руками машут и показывают.